Спасибо, что включил с тобой Герасев, Пахан, Никитос и Рома. И, ребята, сегодня ваша любимая рубрика. Сегодня мы будем пытаться заработать как можно больше денег. Каждый из нас выберет свой способ как-то интересно, креативно, а главное, эффективно заработать деньги. Мы с ребятами уже пробовали много работ, мы уже такие, ну как бы, на опыте. Да. Но в этот раз каждый из нас готовил и придумывал работу больше месяца. И кто сегодня по истечению 24 часов заработает больше денег, получит сверху 2000 долларов. Ребята, ставьте обязательно лайк под этим видео, обязательно подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, это очень важно. Нифига. Кстати, в последнее время много людей стало подписываться. Да, это круто. Хороший знак, поэтому не будьте в стороне, подписывайтесь. Подписывайтесь и смотрите наши новые ролики. Ну а мы погнали работать. Время пошло. Так, чуваки, все, я в эфире. Вот, пожалуйста, эфир. Вот он я. Знаете, сколько у меня зрителей? Ноль. Попросил славного друже Герасева немножечко пропиарить меня. Может, хотя бы вы зайдете ко мне, а, мужики? Нет. Пошел на. Пойду за 100 рублей, да. 100 рублей за донат. Ой, у меня чет полетел. Я сейчас провожу трэш-стрим. Я выполняю любое задание за любые деньги. Но важное подмечание. Чем сложнее задание, тем, соответственно, нужно больше денежек заплатить, не задонатить. Жизнь нас довела до того, что мы сейчас едем работать с сутенерами. Сутенером сегодня буду я. Никита будет на постраховке, по камере сейчас. Сейчас мы направляемся в бордель. Не спрашивайте, откуда у нас есть связи с борделями, но сутенер — это человек, который возит девушек от пункта А до пункта Б. По сути, таксист. Но таксист для определенных, Определенного вида людей. Да. Так, ребята, ну что, в общем, сейчас мы подъезжаем ко мне в офис. Надеюсь, вы помните, что у меня есть свой собственный офис по трейдингу. Сейчас мы туда зайдем. В сегодняшнем видео я хочу показать, знаете, другую сторону всего этого заработка. Поэтому обязательно досматривайте до конца. Ну, а сейчас мы зайдем в офис. Передаю привет Саше. Опа, донатик. Сядь в мусорку и кукарекай одну минуту. 20 рублей. Мальчик, ты думаешь, я с 20 рублей... залез в мусорку. Кукареку! Кукареку! Так, окуни голову. 50 рублей. Да. Ты думаешь, я продашь? Ну что? За 50 рублей, ну! 50 рублей, на. Какая мелочная. 500 рублей, Серега! Купи цветок и подари бабушке, сделай приятным, потом скажи, что пустила, отбери цветок, дальше с ним делай. Да, нашел цветок, мужики. Не совсем купил. Мне попросили подарить вам цветок. Вот я вам подарил цветок. Вам приятно? Очень. Спасибо. Я могу его забрать обратно? Конечно. Мне просто нужно забрать его. Все, хорошего дня. Вы прекрасно. Купик, до свидания. Подарил, отобрал, пожалуйста. 500 рублей. Все. Ребята, все, мы приехали. Сразу скажу, что эта машина — это рабочий автомобиль. То есть в нем сейчас буду ездить только я вместе с девчонками. Вы же, пацаны, сейчас садитесь в бэху, вот эту, которая сзади, и скрытно наблюдаете за входом и выходом. Плюс через ноутбук наблюдаете все по камере, которая будет у меня на груди, все, что происходит. Вы будете меня слышать, видеть, все будет. Так, ребят, я одел скрытую камеру на грудь. Все, я погнал. Главное, вот не нервничать. Все будет хорошо. Господи, пожалуйста, чтобы все было нормально. Ребята, я, кстати, немного прихорошился. Все-таки в такое место иду. Она говорила, по центру парадная, наверное, вот это. Открылся. Честно говоря, очень-очень сильно нервничаю. Первый раз вообще в таком месте. Вот. Место, которое мне нужно. Так, ну все, в общем, у меня уже идет непосредственно прямая трансляция. Я вижу то, как сейчас Саша заходит в бордель. Так. Здравствуйте. Александр, вот то, что вы по работе. Обсуждали с вами, наверное. Ну, пойдемте. Пойдемте. На все замочки, пожалуйста. Угу. Ах, тут свет красивый, здравствуйте. Так, ну обстановка на самом деле очень прикольная. Всю жизнь, да? Ну тут все в неоне, посмотри. Саня, значит, я так понимаю. Да, я вот общался с Ириной, да? Общались по поводу вот работы, развозки. Ну, пойдем. Здравствуйте. Смотри, Санек. Новый охранник. То есть товар беречь, деньги вперед, самому не лапать, не обижаться. А что, пока тут посиди, как вы? Познакомься пока, ты же с ними работать будешь. Это же жизнь их зависит от тебя. Здравствуйте. Садись. Я же тебе говорю. Сюда хочешь? Да. Ну что, ребята, мы находимся у нас в офисе, мы сейчас в моем кабинете. Ребятки все остальные работают, наши сотрудники зарабатывают деньги. Им некогда тут с нами сидеть, мы их отвлекать тоже не будем. Наша еженедельная выручка вот такая. Ежедневная выручка
Вот такая. Напишите в комментариях, как думаете, много это, мало это, ну и вообще ваше мнение. Самое важное, что я хотел сейчас сказать, это две вещи. На Pocket Option очень клевая штука, это пополнение баланса с помощью криптовалюты. Сейчас это очень популярно и модно, и я уже вообще перестал пользоваться пополнениями там различных банковских карт и всего остального. Криптовалюта сейчас очень популярна и модна, поэтому пополняем с нее. Тем более Pocket Option дает очень хороший бонус за пополнение с криптовалютных кошельков, поэтому пользуемся криптой. Второе, сейчас я вам хочу еще раз напомнить про социальную торговлю. Это очень крутая и очень важная штука, сейчас объясню почему. Есть вот рейтинг успешных трейдеров за 24 часа. Вы можете наблюдать за всеми их успешными сделками, неуспешными, неважно. И самое, что клевое, только на сайте Pocket Option вы можете просто копировать все успешные и удачные сделки того крутого трейдера себе в кабинет одной кнопкой. Вот у нас есть чувачок, 73%, 52%, ну давайте его возьмем. Нажимаем кнопочку «Наблюдать». Это как избранное у вас в телефоне, вы добавляете что-то в избранное, чтобы не потерять. Все, нажимаем кнопку «Копировать». И больше ничего делать не надо. Нажимаем копировать. На 10% со своего баланса 100 баланс выставляем у нас. Давайте 22500 баксов. 100 баланс это что ниже чего ваш баланс не упадет. Вдруг там у трейдера плохой день, или какие-то сбои на бирже, или что-то еще. 100 баланс нужно выставлять всегда. Минимальная сумма копируемой сделки $1, максимально ограничено. Все. Нажимаем кнопку подтвердить. И теперь все его успешные сделки автоматически идут ко мне в кабинет. Все, мне больше ничего делать не нужно. Сделки автоматически копируются. А сейчас я вам хочу еще рассказать и даже показать, наверное, как сегодня я буду зарабатывать деньги по-новому. Молчи 5 минут. Зрителям можешь отвечать любыми другими жестами, но главное не говорить. Все, 5 секунд продержался, извините. Но это будет скучно, если я буду молчать 5 минут, согласитесь. Пожалуйста, там кто-то идет. Видите, сколько людей в парке. Я могу делать все что угодно с людьми. Бешеный пес, 2000 рублей. Укради машину парковки рандомного челика. 2000. Серега Косарь. Серега Косарь, молчать не заходи, тогда прыгай в пруд. Не забудь выложить из кармана ценные предметы. Давайте, ладно. 2500. Пробеги голый, прыгни в пруд, сука. Ну чел скинул бабла тебе нормально. Ну что, прям голым? Я не знаю, давай вот с той стороны отойдем, где людей поменьше. Хотели дерьма? Получайте. Только тут немножко прохладно, вы не смотрите то, что у меня там кукольчонок спрятался. Что? Кукольчонок. Снитро! Какие есть еще нештатные какие-то ситуации, про которые мне лучше знать сейчас? Потому что у меня с собой нету и там ни оружия, ничего. Санек, и это обговорим. А, можете дать, да? Ну, так откровенно тоже говорить не можем. Обычно люди всегда нормальные. То есть карточные долги и такие долги, понимаешь, оплачивают все. Зачем делу уродовать? Посмотри, красотки какие. Угу. Санька, покажись. Ну, кому? Посмотри. Угу. Первосортная товарка. Так, иди, угу, сделай свои дела, да, мы тут помогаем. Да, я... хорошо. Я в туалет как раз. А где туалет? О, да, налево, да. Зайди. Все налево. Угу. Ребята, это полный пи***ц. Там три проститутки сидят. И вот эта мамка. В целом, как бы чувствую, что все безопасно. Пи***ц, конечно, как это все выглядит. Там какая-то водка. Водка, презервативы, вакуум, короче, вообще жизнь полная. Девки вроде как бы нормально разговаривают, все хорошо, но просто я, честно говоря, переживаю, что меня здесь на бабки кинут. Вот я сразу понял, что вот это увезти, привезти, это может быть, по сути, один выезд за ночь. То есть она ночью рано, там в 12 уехала, а в 6 утра вернулась, и у меня за один выезд. Поэтому это, конечно, с точки зрения, чтобы заработать денег, плохая история. Но чтобы снять контент, это... Я охуел там комнаты, вот эти розы. Ладно, сейчас камеру прячу и иду обратно. Все, пожелаю тебе удачи. Ну что, ребята, я вот тут подумал, а что все, работать, доработать? Нужно все то, что зарабатываешь, как бы всегда тратить. Поэтому я подумал, что сегодня я хочу потратить деньги на себя, ну и на кого-нибудь еще. Поэтому сейчас мы приехали в самый элитный, в самый дорогой, в самый крутой спа-комплекс в нашем городе. И сегодня я целый день, ребята, буду жестко и на чили кайфовать. Чуть не умер. Три, мать его, 500, что дальше? Тачку в рот. На парковке.
Голым. А где парком? А вот на заправке. Похочил, заправляет тачку. Нет, да. А если шланг, то выдержишь? Вытащу шланг. Короче, мы уже нашли заправку. Вот она, вот. Там уже есть машины. Я уже готов. Давайте еще косарик сверху и точно делаю. Все, косарик сверху. Одна цена была, иди делай. Уверен? Блин, все, ладно, я пошел. Я иду ворвать тачку в прямом эфире. Опа, чел. Опа, смотрите. Одинокий чел. Все, давайте работать. Тут чел заправляется. В телефоне стоит. Он стоит в телефоне, колупается. Почему он в телефоне колупается? Как я к нему подвижу в телефоне? О, все, он уходит. Так, все, быстро. Чуваки. А где это было? Да, в этом, в стрипушнике. Ага. Ты работала в стрипушнике? Да. А я тут вам не сильно мешаю? Это же наш перехан. Да. А расскажите вообще, там, ну, про себя чуть-чуть так познакомиться. Могу про себя рассказать, если хотите? Да, я... только коротко. Мне не люблю длинные истории. Родился в Челябинске, потом занимался карате, ММА, потом закончил ПТУ, чуть растолстел. Что тут забыл-то вообще? И сейчас вот пришел сюда. А что, ну вот. Место поприличнее нашел. А что это плохое место? Тут как раз таки должны пригодиться навыки. Ну, говорю, единственное, вот форму я потерял, конечно, уже поднабрал как-то. Я из Пскова, из очень строгой семьи. Меня буквально могли избить за то, что в тетрадке был просто не так загнут листик. Один раз меня отвезли так, что у меня был сотряс, меня отвезли в больницу, и вот как раз из больницы я избежала. А ты сбежала? А по-другому я бы из этой семьи не ушла. У меня папа очень влиятельный человек, у него дохренища связи в полиции, в суде, еще где-то. Он просто вот он может меня из-под земли достать. Я не знаю, как 5 лет я от него до сих пор прячусь, но все равно какой-то страх, что вот-вот он где-то тут за углом меня стоит, ждет, остается. Ну, если у тебя строгий отец, то почему ты пошла в проститутки работать? Включился в работу, ведет полный допрос. Интересно, он так со всеми девчонками будет говорить или только вот с этой? Кажется, она ему понравилась. Ой. Пишите в комментарии, понравилось или нет. Так, кружки мои, у нас вызов. Так, все поняла. Конечно, мой дорогой. Самое лучшее для вас. Быстро, господа, ждать не надо. Очень надеюсь, что Саша, Рома, Никита сегодня опять бегают, зарабатывают какие-то там деньги. Когда-нибудь Саша сядет точно в тюрьму из-за этих работ. А сегодня мы с оператором приехали и будем целый день здесь жестко тусоваться. Подписывайтесь на канал. Так, все, надо возвращать ему автомобиль. Все, мы прокатились, сейчас ему вернем тачку, чтобы он на нас не накатал заявление в полицию. Вот он я! Вот я прав! Вот, не звони полицию! Все, я возвращаю! Все, парень! Я возвращаю машину, все, извини! Извини, это был пранк! Это прикол! Стой! Что ты делаешь? Успокойся! Стой! Все, извини! Это лопат или что? Это пи***ц! Что случилось? Он лопату достал, ты видел? А где он? Где он? Бля, какой ужас, это вы меня совращаете, это вы подталкиваете меня на такое дерьмо. Давайте еще донаты сделаю, еще более что-то. Ой. Приветы можем и так потом попозже передавать. Ну какой вкус за 10 рублей, ну хватит этого говорить. Ты даже руки не поможешь за 10 рублей. От меня требуют, чтобы я в куст прыгнул. 10 рублей, нахуй, вы сумасшедший! Я не стану этого делать. Здрасте, я решил вас тут подождать. Так, все, я вижу, что Саша уже выходит вместе с девчонками, он спускается по лестнице и идет к автобусу. Прошу, вот автобус этот. Угу. Вот сюда. Ё-моё. Мне очень хочется в этот автобус. Шеф, не подведи, ё-моё. Что, вот. Так, вот, назад, сюда.
Но вот в этом свете они мне нравятся больше, нежели чем в том месте, где они были несколько минут назад. Так, видимо, Саша сейчас их повезет на заказы. Ну что? Так, все? Поехали. Погрузились? Да, поехали. Не будем пристегиваться, мы же крутые, да? Типа, ха-ха. Нет, я на всякий случай стегнусь. Да. Все-таки первый день я у вас тут работаю. Че, а сколько там мужиков будет, говорили? По факту. И че, вот так вот ездите, и не страшно вам? Ну, а что? Вот этих, пойми кому. Ну, даже... Пойми зачем. Да что я, ну я объективно. Ну, давайте честно посмотрим про один глаза. Я, конечно, крутой, вообще накачанный боец. Но там, если их будет пятеро, вряд ли что-то будет помогать. Отдыхать, конечно, это хорошо, но и работать тоже нужно. Поэтому сейчас мы вместе с вами залетаем на сайт Pocket Option. Смотрите, Pocket Option удобен также и с телефона. Две кнопки. Зеленая и красная. Больше нихуя не надо знать. Смотрите, у нас биткоин сейчас пробивает опять низ, значит, всегда будет происходить корректировка. И биткоин полетит вверх. Вот сейчас мы залетаем на $300. Так, сумма. Ну, давайте 200. $200, так. И по времени на 10 секунд. Все. Поехали. Мы зашли с $200. И вот биткоин, как я и говорил, когда корректировка на низах происходит, он всегда взлетает вверх. Одна, ноль. Плюс $384 у вас на глазах. Все, сие дорогущее мероприятие, все уже оплачено буквально в два клика. Сейчас мы еще пару раз зайдем, залетаем в сделочку, опять же, на биткоин на 10 секунд, чтобы сразу же получить прибыль моментально. Оп-оп-оп. Фиксируем. Плюс $185 прибыли. Вы сами все видели, вот столько буквально мы сделали за 2-3 минуты и просто находясь в джакузи в теплом бассейне. И это может работать вот так каждый из вас. Поэтому, ребята, ссылка на Pocket Option в описании под этим роликом. Работайте и зарабатывайте вместе с Pocket Option. Здорово! Всем привет! Это администратор канала. Он все монитор. Так, где дорожный знак любой за 50 рублей. 50 рублей. Дорожный знак. Ты готов? Это администратор. Сколько надо говорить? 5 тысяч. 10 тысяч. 10 тысяч. Дорожный знак он ушел с собой. Давайте, мужики. Мужики. Давайте. 3000 рублей. Укради знак за 3К по-братски. Три тысячи нормально. Самый большой донат, я за 2500 в озеро прыгал. Да, за 3500. А, за 3500. За 1000, потом еще 2500. Так тут-то просто снять знак, даже мочиться не надо. Ладно, давайте знак 3000. Короче, чуваки, мы заехали в офис предварительно, чтобы взять с собой стремянку, плоскогубцы и всякое дерьмо, чтобы беспалевно и очень быстро скоммунизнить знак. Любой знак, который первый. Вон, смотри, висит. А, вот. О, главная дорога, нахуй. Все, чуваки, мы сейчас будем воровать знак за сколько? За 3000 рублей, правильно я понимаю? Так, так. Больше, а больше за знак не донатили. А посадят, если то что будет? Посадят тебя на бутылку максимум, потому что ты неправильно припарковал машину. А меня за знак все будет. Плоскогубцы и что еще? Стремянка надо взять. Ой, Влад, следи, пожалуйста, за этими закопами. Все, я пошел. Идите знак. Здравствуйте, никто тут не сидит, никто меня не шпионит. Вот этот знак, я сейчас буду воровать. Ой, воровать. Спокойно, все хорошо. Все, все, чуваки. Так это донат был. А, камеру держи вот так. Лестница, лестница. Поехали, все. Все, 2000, сколько? 2000, да, заплатили за дерьмо? Я не помню, отработали. Все, едем дальше. Там еще водила на... Да, вот ты, кстати, вот девчонки рассказали, а ты себе про себя можешь расскажешь. Ты такая, ну, типа, довольная, типа, я куча мужчин. Да нет. Нет? Нет, нет. Был один мудак в моей жизни. Только одно чудо у меня есть маленькое. Мое. У тебя есть ребенок? Да. Ты работаешь в проституции? Вот. Но надо содержать. Ты знаешь, сколько сейчас денег уходит на ребенка? Что случилось? Ты такая, ну, пойду проституткой. Или там долги какие-то, или не знаю. Слушай, да, я взяла квартиру в ипотеку. Родила в 16. С этим мудаком связала жизнь. Потом он меня бил. Все это было ужас просто. Я хотела сбежать с ребенком оттуда. Потом он нахер скончался. Слава богу, боже, я это... Скончался? Да. От чего? От передоза? Да, как я узнала, что да.
это было так. Ага. У меня осталась ипотека, и, к сожалению, ее надо выплачивать. Всегда хочется уйти в лучшую жизнь, но, к сожалению... Ну, то есть, вы как бы, попытки... ну, все-таки, вы довольны или недовольны? Вот главный вопрос. То есть, вот если завтра твоя ипотека, например, закрывается резко, то ты работаешь дальше проституткой или нет? Нет. Нет? Нет. То есть, это все ради вот этого? То есть, просто слово даешь? Да. Девчонки, а вы как, вы хотите свалить? Мне некуда. Да пизд... ну как некуда? Ну вот в кафе пойти работать. Я найду. Кто найдет? Твой отец. Ну что он найдет? Ну ты взрослая женщина уже, совершеннолетняя. Ну он же не может тебя в рабство забрать. Он просто отвезет куда-нибудь, да. Все ее. Он запрет меня и все. А ты, Моника? Я останусь на... То есть тебе все нравится? Ну, я получаю все, что я хочу, мне этого хватает. Ну что, ребята, мы приехали в самый популярный, в самый дорогой и самое главное, что в самый вкусный ресторан нашего города, называется Midcoin. Смотрите, находится он на берегу Финского залива, подсними. Смотрите, какая красота. Сейчас мы вместе с Мишей садимся, берем две мои самые вкусные позиции. Если что, там стейки стоят в золоте по 40, по 50 тысяч. Там вообще пи***ц какие цены, чуваки. Сейчас мы возьмем два самых моих любимых блюда, которые стоят овер денег, но... они очень и очень вкусные. Сейчас мы вам все покажем. Самое главное, сочный, мощный, турецкий массаж. Круто. Так, чуваки, короче, мы уже немного поели. Сейчас я хочу вам показать бургер, который, как заявляют, обмотан в золоте 999 пробы. Вот этот сам бургер, он стоит 6 тысяч рублей. И заявляют, что вот это все, вот это вот, смотрите, вот это все настоящее золото. Я не верю этой хуйне. Что, на вкус золото? Нет, хуйня полная. Смотрите, какой мощный, сочный бургер. Угощайся, Мишаня, выключай камерку. Давай. А как эта хуйня снимается? Да пофиг. В эту арочку. Боже, еще эти питерские колодцы. Как у вас ужас. Мне страшно тут сидеть. Как вам в таких юбках тут не страшно? Сейчас я открою дверь. Входите. С нами, что ли? А, так, сори. Нет, мы sorry. Все можем понять, конечно. Да, сори, забылся? О, идут красотки. О! Ну чё? Ничего. Как дела? Да ничего, спрашиваю. Ну чё такие недовольные? Да полная задница. Что случилось? Ёб, ты можешь нормально говорить? Что случилось? Что они такие все грустные? Должны да быть веселые. Не заплатили, ты понимаешь? Не заплатили? Нет, нет. Кто, всем троим? Да. А что случилось? Почему? Всяк был? Конечно, был. А денег не было? Нет, нас просто вышвырнули оттуда и все. Понимаешь? Вышвырнули? Так это же постоянники. Конечно. Я говорю, постоянники там твои. Да там постоянники, они просто не в адеквате уже были. Были там еще друзья, которые нас просто вышвырнули и все. Сказали, девочки, идите отсюда, закрыли за нами двери, все. А что мы сделаем? Рваться туда? Я, получается, должен сейчас пойти разобраться, правильно? Тебя все равно уложат, поехали. Там три амбала, огромных. Понимаешь, мы тоже боимся за тебя. Я это что, Яна, тоже не подарок. Трое так себе, конечно, новости. Двое в отключке и трое... А это пятеро? Да. И я должен пойти еще деньги качать с ним. Вы думали чем-то, когда она... Надо деньги вперед просить, девчонки, ну вы что? Никогда деньги вперед не получают. Тем более это получают. Постоянники, у нас никогда проблем с ними не было. Всегда... У постоянников не берут вперед? Ну да, мы можем спокойно потом забрать. Ох, так может они сейчас протрезвеют и заплатят? Да конечно, блин. Пока они там отойдут. Короче, все, надо идти выбивать бабло, правильно? Да, давай. Я пойду, ну. Думаете, что я зассал, ну? Может быть. Ну вообще, я бы с вами, девчонки, сейчас хотел поговорить. Давайте сейчас где-то остановимся буквально. Буквально вот 3 минутки. Хорошо, я поговорю и отвезу. Ну или давайте вас отвезу.
и там поговорим, хорошо? Ну что, ребята, вот столько вышел наш ужин. 25 где-то, я думаю, тысяч точно вышло. Ну, а сейчас мы вместе с вами попробуем закрыть весь этот ужин наш на сайте Pocket Option. Сейчас я включу. Вот сайт открываем. Смотрите, хочу напомнить, самое-самое важное, что на сайте Pocket Option можно пополнять баланс в своем личном кабинете с помощью криптовалюты. Это очень быстро и очень вообще... Сейчас крипта — это самый популярный метод пополнения, если вы не знали. Поэтому пополняйте через крипту, получайте свои плюшки, надаются дополнительные бонусы за пополнение криптовалютой. Поэтому заходим на сайт Pocket Option и пополняем себе баланс криптой. Все, биточек опять внизу, но сейчас он должна пройти коррекция. Поехали. Не успел с интернетом, или успел, успел. Смотрите, как полетел. Очень удобно. А, ничего, в ноль вышли. Ну, ничего страшного. Значит, мы сейчас залетим на 300 баксов. $301 почему-то мне пишет. Хочет Pocket Option. Ну, давайте $301. Погнали. Коррекция, рост вверх. Пуф-пуф-пуф. Ох, пошел. 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 Ну, давай, сука. Пум. Плюс $277. Скриншотик укажем. $277. Ровно отбили ужин, получается. Даже, ну, да, там. Чуть больше даже. Чуть-чуть больше, на 1500 рублей. Все, еще раз напоминаю. Pocket Option. Очень удобно с телефона. Еще раз сейчас покажу. Две кнопочки. Вот. Красная, зеленая. Все. С собой всегда носишь и очень удобно. То же самое можно делать вкладкой социальной торговли. Сейчас я поеду, наверное, уже домой. После нашего ужина буду ложиться спать. И ждать завтрашней встречи с ребятами, которые будут говорить, сколько они заработали, как их посадили в тюрьму или нет, что они там еще придумали. Поэтому завтра встретимся на подведение итогов. Пробеги голый, прыгни в пруд, сука! Надо подумать, надо подумать, там голым по парку. Ну что, делаем, нет? Сука! Ну что? Ну что за ироды, на? Что вы от меня хотите, сука? За копейки такие голым по парку? И это дело. Погнали, похуй вообще, похуй. Так давайте сейчас зайдем в эту парочку. Ну, я вас провожу и кое-что еще скажу, ладно? Сейчас, подождите, мне надо кое-что еще взять из машины. Сейчас у меня есть одна идейка. Так, девчонки, пойдемте. Что, к Розе, да? Пойдете, только я вас познакомлю со своим другом одним. Идите туда, Карк, идите. Брат. Камеру незаметно снимай. Наоборот, вот так вот. Камеру незаметно снимай. Так, девчонки, давайте прежде чем зайдем или зайдем туда? Да, давайте зайдем, давайте, наверное. Зайдем. Да, это вот товарищи, которые мне помогали, как я говорил вам. Здрасте. Так, короче, я вас не смущает, что мы идем с тремя моими друзьями, нет? Нет, нет? Нас уже ничего не смущает. Так, ну что, мужики, мы переходим к самому жирному донату. А именно, перед голышом в парке. Почему я это делаю? Почему? Почему столько много людей вокруг? Женщины с коляской, я буду бегать голым. Вообще. Ненавижу себя. Так, я бегу голым по парку. На. О, последний элемент. Он это делает! Он это делает! Он это сделал! Он это сделал! Толпой! Продолжай! Все. Все, я погнал! Я погнал! Не пух! Я бегу голым по парку! Я бегу по любому парку голым! Набрала я просто на пробежке. Все хорошо. Здравствуйте! Я просто бегу. Просто на пробежечке. Здравствуйте! Я просто бегаю в голышом ебаном парке. 5000 рублей за эту хуйню. Я ебаном. Какие 5000? Надо было десятку за голышом. Сказали, там дети. Там дети, ну. Все, купи тут канал. Все. Я бы столкнул, мало пробежал, еще беги. Там дети, иди на... Что, чуваки, я сделал? Чего? Походу отрубилась сеть. А, меня забанили. Я смогу деньги вывести? А я не знаю. Прокомментируй. Ой, блин, фу, бери жопу. Не смотри, нечего тут комментировать. Дай оденусь. Короче, чуваки, это пиздец. Я не знаю, как это произошло, но походу в камеру попал мой пеструн. И меня забанили на... Хотя я не понимаю, как от такого маленького пикселя может забанить трансляцию. Но сейчас надо проверить, смогу ли я вывести деньги. Потому что если не смогу, то это пи***ц. Я просто побегал голым по парку и все. Даже мне за это не заплатили. Охуеть будет. Можно тогда, девчонки, я буквально минуту займу? Это наш оператор Леша, это Никита.
мои хорошие друзья, и я вам говорю, как есть. Я в этой работе, ну, как бы, попробовал эту работу, мы попробовали ради интереса. У нас, как бы, с деньгами проблем нет. И я, честно говоря, пи***ц в шоке, насколько у вас сложная работа. Нет, никакой, ни подсадной, ничего, просто мы вот посмотрели, вот просто ради, собственно говоря, интереса. Изольда, смотри, мы вот, я послушал твою историю, вот эту ипотеку, детей, вот это все. И я вот сейчас подходил к машине, взял. Сколько у тебя, ты говоришь, ипотека? Полтора. Полтора. Я вот хотел тебе... Ты сейчас серьезно? Да, серьезно. Смотри, ты вот обещала мне, говорила, что ты, если ипотеку закроешь, что ты закончишь заниматься проституцией. Говорила? Да, говорила. Говорила. Я держу свой. Вот, закрывай. Это тебе. И ты обещаешь, клянешься, что ты заканчиваешь, ну, с этой работы. Да. По рукам. Да. 100%. Да, 100%. Хорошо. Все, это для тебя. Я наверх подниматься не буду, потому что я рот заниматься этой работой. Девчонки, вам спасибо всем большое. Будем знакомы, может быть, когда-нибудь увидимся где-нибудь в нормальном месте, а не вот в этом. Спасибо тебе, да, большое. Все, пожалуйста, все, давайте 5, а мы пойдем. Все, это уже замерзли. Розе привет, передавайте. Розе, не говори про это. Все, давай. Пока-пока. Полторушку отдал. Врубай свет. Врубай свет. А? Ничего нет, кто не работал. Серьезно, 1,5 ляма ей отдал? Да. Ну, я ехал, послушал, какие у них, блядь, истории в жизни, блядь. А ты не думал, что они тебе могут, ну, типа, напить? Не, вряд ли. Очень вряд ли. Она говорит, что у нее 1,5 кредит. Когда всю дорогу говорила, она далеко, ну, не знала, что я там это все снимаю и так далее. Мы и так на нем, ну, по факту, на их этих историях контент сделали, так хотя бы заплатили, чтобы было честно. Но я честно скажу, ребята, я не знаю, я еще подумаю, сам вообще взвешу. Честно, у меня безумно сумбурный день. Я туда возвращаться не хочу, очень грязное, неприятное место. Я потом подумаю, может быть, какую-то дополнительную вставку запишу. А пока что я хочу просто домой пить чай и смотреть мультики. И мирмистином попшикаться еще. Подводим итоги, ребята. Прошло 24 часа, каждый из нас заработал какую-то сумму денег. И давайте поделимся результатами. Я точно заработал? Вы как обычно, да, ребята? Мы с Никитой, я... Когда-нибудь случится такое, что на момент подведения итогов парни не приедут, потому что они сидят 13 суток. План был неплох. План был вообще лучше. Он мне когда позвонил, я обрадовался, я сразу согласился. Все-таки добью эту тему, мы с Никитой вдвоем заработаем больше когда-нибудь. Но в этот раз мы заработали ровно счетом нихуя. Мы ушли в минус на 1,5 миллиона. Нет, ну не в минус, это был подарок. А, тогда ладно. В общем, мы, главное, навалили классного контента и чуть-чуть кринжа. Да. Рома, теперь ты. Пожалуй, закрыл, соответственно, я в этом так, плане. Сколько заработал? У меня официальное заявление. Я ухожу с Ютуба на Твич, потому что я видел. Теперь точнее, стример. Мы все знаем, что Рома вел стрим, но расскажи результаты. Сколько ты заработал и, главное, на что ты потратил? Ой, пу, блядь. Ну, ни много ни мало, в общей сложности где-то порядка 15 тысяч рублей я получил котлетку. Это я стримил с учетом полутора часов всего, понимаете? Полтора часа ты стримил? Да, но самое неприятное то, что меня забанили нахуй. Потому что я сказал вот мими. Нет, нет, осуждаю. Короче, я бегал голым по парку за 2000 рублей. Ага, и тебя забанили. Да. И давайте узнаем, сколько же заработал Паша и, главное, чем же он занимался. Я сегодня был на жестком чиле, отдыхал. Давайте посчитаем так. Если посчитать предыдущие доходы там, моего офиса за сегодня, да, и все остальное, мы это даже не будем. Вот я даже решил, что не будем это подсчитывать. Я сегодня спокойно лежал, отдыхал в басике. И в спокойненном режиме, в эконом-режиме заработал в 2 клика $790. Ну, не так много, но... А, нет, нормально. Ну, ты ведь на чиле это все сделал, правильно? Да. И если, уважаемые зрители, вы тоже хотите на чиле, цените свое время, то спокойненько переходите по ссылочке в описании под этим видео, используйте промокод GERASIOF, он даст вам плюс 60% к вашему пополнению. Поэтому работайте, зарабатывайте вместе с Pocket Pop. Ссылочка будет в описании на Pocketosh. Переходите, вбивайте промокод GERASIOF, плюс 60% к депозиту. Ну и спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилось видео. Посмотрите вот это ролик. Если вы кликаете на него, это реально классное, интересное видео. Всем спасибо за просмотр. Кликайте сюда, кайфуйте. Пока-пока.